Огород. Лозы. Талас. Козы. Танти. Хороший мальчик, хороший. Молодняк кур. Сейчас подойдем поближе. Вот у нас молодой петушок Маран. Сидит отдельно, чтобы его не обижали. Наверное, не очень видно. Молодняк. Пушкинские, Юровские. Что-то Петю совсем не видно. Там посмотрим остальных курочков. О. Красавцы бегают. Кози, кози. Китайские шелковые аборигены. Маран сплэш. Виандоты. Мускусы. Троечки клетки упали. Чем недовольны? Чем недовольны? Что мы на меня мекаем? Типи, 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 типи. Типи. Типи, типи. Кози, кози. Да, вот еще одна юрловская. Кучинские юбилейные. Гуля с Гай стали. Что это за позиция? Куда-то лезут. Что-то им все надо. Вот. Беруша чижовская. Берушек нет. Ну, пошли обратно. Ямочка спит. Вишенки. Ой, опять цыпчики. Актинидия. Вишенки. Смородина. Уже поспевает. Огород, конюшню, манеж, лошади все здесь разобрали. Пришлось так загородить. Купили теперь пастуха. Таймас. Та не то. Не тюмни пуси-пуси. Чего такая рожа-то серьезная? Чего такая рожа серьезная? Хорош. Дом наш. Все растет. Березка. Красотища. Там и коз пасем. Игрушки есть. Игрушки. О. Лилии распускаются. Что меня очень сегодня удивило, так это то, что на Калине в Бульдинеж есть ягодка. Никогда не видела раньше. Так, тут у нас лошадки стоят в конюшне. Им не нравится гулять, им весь манеж сегодня затопило. И кози спят. Летний шалашик у них. Ой, ладно. Разбудила. Привет.